такого, как я уже говорил, 12-й. Итак, первый раунд. Пошла первая пятиминутка. Ну, сразу видим. Крюков захватил середину, но оба в левосторонней стойке. И, видим, поддавливает Пашков, ну, пытается... Сильно подставляется Крюков, на мой взгляд. Да, как-то так, да. Уж очень вызывает огонь на себя. Вот пропускает Пашков правый. Ну, пока что, видим, делают бойцы ставку на удар. Логично было бы по корпусу проверить, потому что вот и... Как будто, ну, бы услышал Максим, да, да, слова. Я тоже так подумал, что видно, у вас какой-то визуальный контакт есть с Пашковым. Оба спортсмена у нас выступали. Крюков и Пашков. Пашков, по-моему, в апреле игрался в Житомире с Лягу. Был такой между собой они не встречались, за сколько я знаю. Между собой нет, был такой у них довольно спорный бой. Лягу тогда по очкам выиграл. Крюков у нас дрался. Крюков дрался на битве в крепости с Николаем Кузнецовым, который сегодня претендует на пояс. Будет драться с Олегом Хачатуровым. Ну, это будет сейчас по печени, да, пропускает Крюков колено. Вот Пашков, Пашков перевел Крюкова. Удачный перевод. Да, довольно неплохо. Он... Крюков восстанавливает гард, делает попытку выйти на руку, но сразу же Пашков ее пресекает. Да, сейчас такая... Захватил. Находится сверху, да. Вот сейчас нужно вытаскивать руки, разбивать. Посмотрим, удастся ли ему реализовать эту ситуацию, которая сейчас явно на пользу Пашкова. Но ведь Максим так не может, правда, вырвать руки. Завязал соперник ему левую руку. Но, тем не менее, пока что Крюкову здесь, как говорится... Есть сладкая такой... здесь выгодная, да, здесь позиция такой... для Максима. Да, он как украинское слово использует, разбивает. Есть такое украинское слово «не переливки». Да, есть тяжело сейчас Руслану, но, тем не менее, он вяжет, колени, вяжет. Подмышки, да, вяжет его. Поддерживают зрители обоих бойцов. И... Но особо не дает пока что Крюкову разгуляться Пашкову. Но ситуация сейчас по корпусу, наверное, пойдут удары тут. А так, да. Тут, наверное, сейчас тоже сил много тратят и оба бойца. Один на то, чтобы защищаться, второй пытается развить свою атаку. Не очень выходит атаковать сейчас у Пашкова. И не исключено, что судья может и поднять их в стойку. Ну вот, вроде пытается наносить удары. Ну так и есть. Вот поднимает то, что мы с вами прогнозировали. Поднял рефери бойцов в стойку и... Так, Руслан как-то после партера. Четвертая минута боя идет. Пытается его нанести Крюков. Тут же отвечает ему Пашков, пропускает апперкот, наносит колени. И вот сейчас пошел Пашков. Нацелены ребята на досрочное окончание боя. Причем оба настроены, да. А кому это удастся, посмотрим. Ну. Прижал канатом Пашков Крюкова, ну. Да, если дрались в октагоне, было бы немножко по-другому, наверное, в этой ситуации. Но опять рефери остановил поединок, возвращает их в середину в стойку. Ну, очень такой... Плотный бой, на самом деле, плотный. Но у Крюкова прямо в глазах написано, что он хочет одним ударом все решить. Но удастся ли это сделать? Последняя минута пошла. И вот сейчас, может быть, да, очень хороший прошел удар. Но подходит к концу уже первый раунд. Но, похоже, нас ждет еще и вторая пятиминутка. Но вот с каким итогом? Концовка была здесь, конечно, за Пашковым. Забирает шею Пашков. Но время... Руслан сейчас, да, наверное, сам ее туда засунул зачем-то. С ММА здесь не всегда там, у тебя...
тебя есть там 2-3 месяца на проведение какого-то полноценного какого-то лагеря, поэтому... Хотя, в принципе, мы планировали этот старт где-то недель за...